Близится День защитника Отечества. Подготовка к торжеству ведется заранее. Так, на базе городской клинической больницы номер 7 областного центра прошла акция, посвященная предстоящему празднику. Организаторы мероприятия – областное отделение Российского фонда мира, профсоюзные организации этой клиники, а также ТВГУ. Подробности далее. В преддверии Дня защитника Отечества на базе городской клинической больницы номер 7 прошло патриотическое мероприятие. Организаторы, депутаты Тверской городской думы, ветераны и участники СВО рассказали о важности единства и веры в свою страну. И, конечно же, в ее лидера. О том, как в нынешнее непростое время, как никогда важно оставаться единым народом, который борется за свою историю, за свои ценности и нравы, передаваемые из поколения в поколение. Россия равно победа. Акция проходит в преддверии Дня защитника Отечества, нацелена на консолидацию нашего общества в период проведения специальной военной операции. Но еще мы хотим заявить, что мы за сильную Россию и за сильного президента. В преддверии выборов всем присутствующим напомнили о том, что каждый голос важен, ведь от результатов голосования зависит будущее нашей великой державы. И в период проведения специальной военной операции особенно важно, чтобы нашу страну возглавлял сильный лидер. Тверская область периодически отправляет гуманитарную помощь и технику в зону проведения специальной военной операции, чтобы наши бойцы чувствовали поддержку и уважение от своих соотечественников. Город тоже помогает и участникам СВО, мы отправляем туда и помощь, которую вот накануне уж 8 тонн мы отправили грузов. И депутат Тверской городской думы постоянно участвует в сборе, отправке гуманитарной помощи. Участники специальной военной операции и почетный гость, ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, как люди, которые не понаслышке знают, что такое война, сказали о важности патриотических мероприятий. Они позволяют воспитывать нравственность и, конечно же, любовь к своей родине. А именно испытывать гордость за свой народ и ощущать свою неразрывность с окружающим миром. И желать сохранять и приумножить богатство нашей страны. Также участники мероприятия поздравили всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества.